Что? Смотри, для стрима не так уж много дней осталось, в понедельник, но это мы знаем. Пятница. Сначала нужно определиться, когда у нас этот стрим. В смысле? Когда мы будем проводить? В пятницу святой день. Ну, я про это начал. Сейчас ничего не сделаем. На следующей неделе, когда? Ну, получается, во вторник я не могу, мне ребенка забрать нужно. Ну, среда только. Среда нормально. А теперь с обзора тогда другой день. 28-й получается, да. Часиков 7-8. Лучше в 7, чтобы я пораньше домой попал. Ну, идет с работы. 28-го, значит, в среду, в 7 вечера. Да. Вот здесь. Да. Приходите. Будет весело.